Здравствуйте! Приветствую вас на сегодняшнем уроке. Сегодня мы с вами из танца из нашего эстабла разучим первую танцевальную связку и вторую. Мы разбираем пока первую часть. Еще я покажу вам небольшую разминку, которую вы должны будете делать перед каждым занятием. Ну, я, по крайней мере, рекомендую это делать, потому что мы должны разбудить все свои суставы. Еще хотела обратить внимание на такой важный момент. Если у вас есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья к физической нагрузке, либо к тем движениям, которые мы будем использовать, обратитесь, пожалуйста, к специалисту для консультации. И еще хотела уделить ваше внимание на таком моменте. Все движения, которые мы с вами делаем, вы должны танцевать именно в зоне своего комфорта. Вы не должны выходить из зоны своего комфорта. То есть никаких некомфортных, неприятных ощущений возникать не должно. Если где-то вы почувствовали нагрузку, нестабильную, скажем так, то значит где-то вы что-то делаете неправильно. Возвращаетесь к пройденному материалу, пересматриваете его и, соответственно, находите все свои ошибки и исправляете их. Давайте начинать. Начинаем разминку. Разминку начинать нужно всегда сверху вниз. Плавные движения шеи вправо и влево. Делаем наклон шеи вправо, влево. 8 счетов. 5, 6, 7, 8. Движение шеи вперед-назад. Назад голову сильно не закидываем. Все делаем с небольшой амплитудой. 7, 8. Круг, полный круг головой влево. 2. Амплитуда небольшая. Делаем все без резких движений. 4. Вправо. 1. 2. 3. 4. Отлично. Переходим к плечам. Круг плечом назад. 2. 3. 4. Вперед. 1. 2. 3. 4. Локти. Разминаем наши локти. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Переходим к груди. Поднимаем грудь наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Отодвигаем грудь в сторону. Внимание, линию плеч держим. Бедра неподвижные. Идет оттяжка груди вправо, влево. Теперь немножко потянем грудь вперед. Собираем лопаточки сзади. Округляем лопатки. Выдвигаем грудь, собираем лопатки. Задвигаем грудь, округляем. 3. 4. Отлично. Небольшие наклоны корпусом. Все без резких движений, плавно. Ручки как пингвинчики у нас. 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Бедра. Круг бедром вправо. Амплитуда небольшая. Делаем все без резких движений. 7, 8. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Тазобедренный сустав раскрываем. 1, 2, 3, 4. На левую сторону. 1, 2, 3, 4. Колени. Круг коленями влево. 3, 4. Вправо. 1, 2, 3, 4. И стопы кисти. Стопы. Разминаем. И левая кисть в другую сторону. Отлично. Вот такую разминку вы должны сделать перед каждым вашим уроком. Приступаем к нашему танцу. Прежде чем мы начнем разучивать движение, хочу обратить ваше внимание, в каком положении у нас будут находиться стопы, колени, бедра и грудь.
ну и плечи, соответственно. Стопы не заваливаем ни на внешнюю часть, ни на внутреннюю, они строго параллельно. Колени. Колени у нас мягкие. Вот я вам покажу. Мягкие колени – это не присед и не сильное выгибание колена назад, скажем так, да? А легкое такое состояние колени, чтобы они могли двигаться вперед-назад. Вот так, такие колени мы используем. Бедра. Обратите внимание, хочу на положение копчика. Копчик у нас всегда смотрит в пол. Сейчас объясню, как это мы делать будем. То есть, чтобы снять нагрузку с поясницы во время танца, мы опускаем, подкручиваем копчик, то есть его опускаем в пол. При этом низ живота у нас подтягивается наверх. Также обращаю ваше внимание на то, что мы не используем ягодичные мышцы и уж тем более мышцы, передние мышцы бедра. Колени мы тоже не используем. То есть это движение у нас делается внутренними мышцами. Показываю. Раз, два. Раз, подкрутили копчик, расслабили. Подкрутили, расслабили. Это упражнение несложное, его можно будет дополнительно отработать, если кому-то непонятно. Уделите время 10-15 минут, и ваша поясница вам скажет спасибо. Так, первая часть, первая связка. Нам нужны движения. Подъем бедра наверх, сброс бедра вниз, акцент грудью наверх-вниз, акцент на качалке вправо-влево, исходное положение. Рассказываю. Чтобы сделать подброс бедра наверх, встаем в диагональ, где-то примерно 45 градусов. Руки раскрываем красиво. То есть мы бедро оставляем не закрыты. Руки вокруг бедра. Подбрасываем бедро наверх. Раз. Вернули в исходное положение. Еще. Раз. Вернули в исходное положение. Вот подброс бедра наверх. Здесь мы используем косые мышцы нашего корпуса. Подтянули бедро наверх. Расслабили мышцы. Подтянули. Расслабили. Не забывайте, пожалуйста, про наше свободное колено левой ноги. Не зажимаем колено. Вверх в исходное. Вверх в исходное. Вверх в исходное. Отлично. Сброс бедра. Чтобы сбросить бедро, нам нужно поднять бедро наверх, соответственно, и получить сброс. Вот здесь мы сейчас будем использовать работу опорной ноги, работу колена опорной ноги. Исходное положение бедра наверху. Сейчас мы, вот смотрите, бедро наверху, колено у нас немножко присогнуто. Вот так. Бедро наверху, колено присогнуто опорной. Сейчас выпрямляем левое колено. Раз. Бедро уронили вниз. Еще расслабляем опорную ногу. Поднимается у нас бедро наверх. Выпрямляем опорную ногу. Два. Отлично. Еще. Расслабляем опорную ногу. Бедро в исходное положение. Сброс. Фиксируем. Сброс. Отлично. Собираем. Два подъема бедра. Подброса наверх. И два сброса вниз. Наверх. Наверх. Вниз. Вниз. Молодцы. Теперь переходим к работе грудью. Нам нужен акцент грудью наверх и вниз. Как мы делаем акцент грудью наверх? У нас работает пресс. То есть мы прессом поднимаем наши ребрышки наверх, наверх и фиксируем всю эту конструкцию большой мышцы груди. Наверх. И чтобы пустить грудь вниз, естественно, мы расслабляем большую грудную мышцу. Расслабили. Все, грудь у нас вернулась в исходное положение. Еще зажимаем большую мышцу. Зажали, расслабили. Пресс постоянно находится в тонусе. Зажали, расслабили. Еще. Три. Четыре. Молодцы. Следующее движение. Акцент бедром вправо-влево. Мы делаем такую качалочку бедром. Давайте разберем качалку. Качалка – это когда у нас бедро качается вверх-вниз. Как мы это делаем? Опять-таки, используем колени. Колени у нас работают, боком встану, вперед-назад. Симметрично. Одно колено выезжает, второе заезжает. Вот обратите внимание, что колено в
конце оно не доходит до своего состояния прямого колена. То есть постоянно у нас свободные колени вверх-вниз. Прямо встану и посылаем импульс в бедро от колена. Импульс идет в бедро. Раз, два, три, четыре. То есть у нас бедро работает от колена. Мы коленом толкаем бедро наверх. Толкаем и еще. Отлично. Чтобы сделать удар, что мы должны сделать? Мы должны зафиксировать это движение. То есть, вот у нас идет сейчас подъем бедра наверх, я про правое бедро говорю, и фиксируем в конце ягодичной мышцы правой. Левая нога. Подъем левого бедра наверх и фиксация вверху левой ягодичной мышцы. Правая мышца. Левая, правая ягодичная, левая ягодичная. То есть у нас колени двигаются вперед-назад, бедро поднимается наверх и опускается вниз. И плюс к этому мы зажимаем это все, бедро зажимаем ягодичной мышцей. Зажали, 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 зажали. Получается такой удар на качалке. Отлично. Собираем всю связку. Первая связка. Два подъема наверх, два сброса вниз. Грудь наверх, вниз. Качалка на ударе. Исходное положение. Бедро наверху. Давайте все это сделаем подсчет. Как мы будем это все делать под музыку впоследствии. Сейчас подсчет и медленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. То есть у нас идет удар на качалке на один счет. 7 и 8. Вернули в исходное положение. Делаем чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Отлично. Еще быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы. Ну, еще чуточку быстрее. Подсчет. Вверх, вверх, вниз, вниз, грудь, грудь, в сторону вернулись. Отлично. На этом наш урок заканчивается. На нем мы с вами выучили первую связку из первой части нашего танца. Разобрали движение: подброс бедра наверх, сброс бедра вниз, акцент грудью наверх-вниз, удар на качалке вправо-влево. В принципе, все. Жду вас на следующем уроке.